Весной дети буквально высыпали на улицу. В агрогородке Сидоровичи на школьных переменах всеобщее выбивало с мячом. А в Кадино в моду входит новая уличная гимнастика «Воркаут», площадку для которой построят в агрогородке летом. Цветные пятницы в Могилевском районе с детьми и молодежью. Как переменка? Классно. Запыхалась? Да. Вы ведете здоровый образ жизни, да? Всегда держать себя в тонусе. Иногда отжимаюсь дома утром по 15 раз, вечером по 20 минимум. Двигаться как можно больше, неважно как, где, там хотя бы вечером где-то пробежаться, выйти, то есть на ночь много не есть.